Всем привет! Вы на канале Фордмаг, и сегодня в этом выпуске реакции мы с вами заценим кое-что по Undertale, а именно мы вернемся с вами к реалистичному Undertale и посмотрим части 8 и 9. Да, как-то я снимаю реалистичный Undertale с перерывами, но есть на то причины, слишком много различных видео выходит, слишком много просьб, и из-за этого все сбивается, и получается мешанина. Ну что ж, давайте все-таки заценим 8-9 часть. Поехали! 3, 2, 1, погнали! О, кто пришел? Это ж наш Челоголовый! Членоголовый? Нет, Челоголовый, Чел! О, это шутка прям 12 из 10. Я горжусь тобой, Чел! Ты не прям убил никого! 13 из 10! И впереди тебя ждет хорошая концовка, а хорошая концовка вообще огонь! Там финальные титры с полчаса идут! Ну, тогда я сваливаю! Нет, друган, нет! О, снова вставай, зал суда! Вставай, стрясти кости! Ну, если я могу перестать быть хорошим, то ладно! Знаешь ли, я кое-что понял за это путешествие, Санс. Хороший — это просто слово, пустышка! Ты можешь перетворяться, что тебе не насрать, или смеяться, как когда кто-то плохо шутит. Можешь не убивать лягушку, которая напала первой. Это лицемерие. Делает ли оно тебя хорошим в душе? Вовсе нет. Это актерская игра. Как только выберусь отсюда, пойду в театральный кружок. Отличные мысли. Я ловчился. А для вас я ого-го как много играл. Рад, что тебя это вдохновило, друган. Ты приятный и хороший чел. Ты меня вообще сейчас слушал? Мою исповедь про то, что быть хорошим — это херня. Хочешь дохерачить? Он пошел по пути Флауи. Да. Хлюп-хлюп-хлюп-хлюп-хлюп-хлюп. Фу, чё это? Не знаю, но будь аккуратен, оно может быть частью охраны президента. Фу, отвали. Чего? Меня. Вот дерьмо. Ты только что убил его. В смысле? Чё? Нет, это был жук. И ты убил его. Это жук! Ой-ой. Опс. И он убил жука. Ты только что раздавил паука. Да не, он не умер. А, чел, это паук. Умер? Не, чел, видишь, ему норм. И раз ты его убил... Пора тебе реально плохо провести время. Поздоровайся с моей странной лазерной хорошей скелетной штукой. Со снимаешь. Бластер Гастера. Ты чё творишь? Стоп, ты чувак из Тимпортес был, что ли? Ты забыл это? А, это ученый с Half-Life. А теперь давай сюда свое сердце. Теперь и летающее сердце весело, как обычно. Эй, что скелет сказал? Великолепно. Не знаю, что. Пизда тебе, друган. Отличная фразочка. Ну давай, покажи ему бесполое дитя. Я не хочу тебя убивать, но у меня контракт со Сгором, по крайней мере, именно это я и должен сделать. Контракт со Сгором? Интерестинг. Тогда я самовоспламенюсь. Зачем ты это подписал? Потому что это было в контракте на пожизненные запасы ананасов. О, ну раз так. Именно, друга. Зачем ему ананасы? Хотя да, это Санс. Лучше не спрашивать. Такими темпами я скоро тостом стану. Отлично, обожаю тосты. Клубничного джема сверху, друган. Это а я бы хотел абрикосового. Давай! Не умирай, ну! Он жив. Он жив! Чё? Жук, он жив! Ха! А, огонь! А то чуть бы сейчас его не прикончил. Тогда все нормас, друган. Да, так просто все разрешили. Привет, меня зовут Чара. О, черт. Вот дерьмо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Интересные у тебя танцульки. А, извиняюсь, я просто поливал свои цветы. Тут нет цветов. Да я имел в виду на телефоне, приложение «Раститель цветов». Это Tinder. Ага, да-да, я сейчас. Лайк, 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 супер лайк. Так лайк, ты будешь лайк. Что же он лайкает? Давай побыстрее. Даже интересно. Подожди, я малость занят. Лайк, 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 лайк. Твои цветы говно. Ха, да как ты смеешь? Ой-ой. Теперь ты должен умереть. Хадукан! Ох, говнюк, уже свайпает. Я думала, ты хочешь, чтобы мы снова встречались. Извини, дорогая, но я избегал десяточек. Я хочу больше слышать твою брехню. О, привет, дитя. Умри. Видишь ли, Асгар мой бывший. Ну я так и думал, вы же тут единственные козы. И чтобы выбраться отсюда, тебе придется. Действительно. О, поверь, я уже готов. Но ты не можешь этого сделать. А, точняк, контракт Санса. А еще потому, что он все еще мой папик-спонсор. Откуда ты думаешь, у меня это платье? Мне это стоило 3000 грабелей. Заткнись, тряпка. Хорошо, извини. Блин, какой же ты подкаблучник. Звуки козла. Каблук. Вы должны перестать и помириться. А давайте не будем. Приятно познакомиться, рыбная девушка. Взаимно. Привет, народ. Что это за встреча выпускников? И что ты делаешь? Можно я уже... Что-то офис плохо, совсем уж плохо. Я тоже хочу подружиться.
Как этот день становится хуже? Приятно познакомиться. Я хватило меня. Очень быстро становится хуже. Очень быстро. Санс в здании! У меня есть базука, просто дайте мне все это. Используй ее. Надеюсь, вы, ребят, готовы нахерачиться. Так, посмотрим, что у нас есть. У нас есть бухлишка, сучки и шутей. Я хочу быть твоей подругой. Дорогуша, ты можешь быть моей подругой в любой день недели. Эй, она моя. Пожалуйста, хватит. Стоп, как вы все сюда попали? Какой-то странный цветок сказал нам тут собраться. А так как у меня нету мозгов? Конечно, я его послушал. Вы идиоты. Флауи. Спасибо, господи, спасибо. Я бы так не спешил, дитя. Пока вы тут устраивали пижамную вечериночку, я забрал все души людей. Как? Я сделал это за кадром. Логично. А теперь я еще заберу и души твоих друзей. Да мне-то что, хочешь бери. Ну, кроме Санса. Хотя было бы интересно узнать подробности, как он забрал души. Хотя, знаешь, бери всех. Во всем этом виноват ты, потому что влюбил их в себя. Столько времени ты потратил, слушая их, подбадривая их, заботясь о них, при этом слушая их ужасные скелетные шутки. Извините, да у меня звание кандидата наук в костях. То есть ты хочешь сказать, что... Как ты смеешь говорить, что эти шутки плохие? Уничтожила мир? Все верно, дитя, и знаешь что? Мне нравится тебе гадить. Давай на чистоту, я же гажу тебе этим, верно? Заткнись! Мои маленькие семена уничтожат твой маленький сфинктер. И тебе придется вернуться в самое начало какие игры. Какие угрозы. И там я смогу потерроризировать тебя еще. А может это я тебя потерроризирую? Прекрати! Серьезно, хорош. Прекрати, а теперь умри! Блин, умри! Какая напряженная битва. Абракадабра, фокус-фокус, авадакедабра! Окей, признаю, ситуация не из лучших. Это даже хуже, чем тот раз, когда на моем лице была мандавошка. А теперь умри! Что это, Пресвятая Богородица, на велосипеде происходит? Не бойся, действительно. Дитя, улитки защитят тебя! Ты справишься? Что вообще сейчас происходит? Если ты выдержал свидание со мной, тебе все по плечу! Ня! Окей. Друган, это цветок. Да, это странно. Мне грустно. Да. Все мы вспоминаем концовочку. Мне все равно грустно. Концовочку пацифиста. Давай, ты справишься! Ты должен победить! Откуда вы все взялись? Это что, рояль в кустах, когда дружба всех спасает? Да. Не может быть. Дружба — это магия. В смысле, я не могу завести и одного друга? Очень жаль. Все ваши задницы мои... точнее, души. Смена кадра. Мои глаза! Бля! Я же тебя предупредил, чел. И теперь костюм. Азриэль. Ага, еще какой. Да ты только что трансформера уделал. Привет, Тайрелл. Кто? Ты там? Нет. Это я. Да, это ты? Твой лучший друг. Сильно сказано. Хватит портить мой момент. Знаешь что, ну нахер. Абракадабра. Теперь я большой летающий козел. И что ты теперь будешь делать? Большой летающий козел. Теперь тут психоделичная херня. А чё? Эпичный кадр был. Все уже готово. Я, блин, бог гиперсмерти. А спокойная смерть уже перестала гонать? Ешь мои магические звезды, дитя. О, нет. Ладно, это не работает. Абракадабра! Теперь у меня гигантские крылья, дитя! Напомни-ка свой мотив! Я просто хочу друзей! Ну, я могу быть твоим другом, если отличненько. Ты так хочешь! Просто хочет друзей! Я не думаю, что ты понимаешь, у меня реальные проблемы, чел! Я могу тебя записать к психиатру! Никто меня не понимает! А мне кажется... Только вена лезать не надо! Похоже, Флава! Азриэль! Абсриэль, у меня тоже не было друзей! Правда? Ага, но когда сидел на Фейсбуке, я взял и добавил кучу рандомных людей! И это работает? У меня где-то 50 друзей, чел. 50 друзей? 50. 50 друзей. Это работает? 50 друзей. Да, 50 друзей. И теперь я чувствую себя состоявшимся. Этого я и хочу. О, ну тогда переставай быть жалким эмоциональным делдаком. А то тогда добрись оттуда. Сделаем тебе ак на Фейсбуке. Засядем и поугараем с фейками. И облапошим кучу стройных тёлочек. Звучит весьма круто. Еще бы, козлинка. Дитя, я прошу прощения. Мне просто нужен друг. О, я уверен, у тебя будет куча друзей на ферме, где тебе и место. Я ценю то, что ты решил стать моим другом. Ой, только давай без вот этой херни, где дружба все побеждает. Я сейчас выпущу все души. А теперь прости, я войду в Супер Сайян. Да, пожалуйста. Абракадабра! Странно, что он сказал камэхамэха. Я думаю, что уничтожил барьер, перекрывающий вход в мир людей. Ху, огонь! А теперь я пойду и превращусь обратно в цветок. И заведу себе аккаунт на Фейсбуке. Еще увидимся, чел. Ага, удачи, приятель! Придурок. Пожалуйста. Да уж. Очнись! Дитя! Блин.
Что происходит? Боже мой, мы так за тебя беспокоились. Знаете, я, пожалуй, еще вздремну. Но нам нужно выйти наружу, чтобы мы такие стояли на обрыве на фоне заката, и это выглядело бы очень круто. Ториэль, пожалуйста, будь моей девушкой. Эпичная концовочка. Ну, я пошел домой. Был рад с вами познакомиться. Ну, не был. Так, быстро пройдусь по каждому. Ториэль? Да, дитя. Ты чудила. Спасибо. Занс? Да, Руган. Ты нормас. Ура, братки! Оу, я Санс нормас. Ты нормас? Я нормас. Петюню. Папирус. Да? Я тебя ненавижу. Да! Андрей? Ожидаемо. Я тебя реально ненавижу. Альфис? Пасан. И Асгор, не давай Ториэль собой командовать, окей? Да, ты прав, я больше не потерплю такого, Ториэль. Заткнись, сучка. Извини. Я прощаюсь с вами. Все еще каблук. И ведь это еще не конец. Мам, пап, я дома. Ты прав, братка. Ребята, спасибо, что посмотрели жирафы. Эту часть реалистичного Андертейла, которая была последней. Ну, вообще-то мы думаем о том, чтобы сделать еще два эпизода. О, точно. Даже не говорите, что это последние эпизоды. Хотя уже прошло много времени. Нет, 100 тысяч подписчиков. Ты что-то перепутал, Джеймс. На нашем первом канале? На нашем канале команды, где залиты прошлые серии реалистичного Андертейла. Поэтому, если вы хотите еще серий, то подпишитесь на него. Спасибо. Девятая серия. 3, 2, 1. Погнали. Мирная семейка жирафов. Что касается травы, скажу, что она прекрасная. Я правильно сказал, братки, правильно? Все правильно, братка. Братка. Сейчас попробую, братка. А, куда я иду? Хотя до сих пор не понял смысл этих братков. Серьезно, я никогда не понимал смысл этих браток. Ты уже месяц как свалил из подземелья, мам. Пошли, братка. Окей, братка. Братка. Знаешь, что нам надо? Монтаж. Ты охуенно прав, братка. Когда я с браткой, то не грущу. И я его не отпущу. Когда я с браткой, то не грущу. Братки, навеки. С ним офигенно я гульну, братка. Ты прав, браток. Это прям огонь, я прав, братка. О да, ты прав, братка. Флавы, ты что тут делаешь? Ну, так как мое телешоу «Цветок Флави» закончилось, и мне надоело облапошивать косплеерш. Технически это они тебя облапошивают. Снять с них костюм и правда вскроется. И я пришел проведать моих любимых зоопарковых животных. Ты же в курсе, что ты козел? Лишь по особым случаям. Типа днюхи. Иногда меня зовут на свадьбы. Прекрасно. Что тебе надо? Понимаешь, прикольно. Дитя, у меня есть новая идея. А реалити-ТВ-шоу! Звучит круто, чел. Я смотрю, как ты всех убиваешь. И резко стало плохо. Люди обожают насилие, люди обожают кровь, расчлененку. Я знаю, к чему он ведет. Я предлагаю геноцид. Тебе сделку, дитя. Я перезапущу мир, потому что я бог, я так могу, ведь я цветок и вся херня. А ты вновь спустишься в эту дыру и убьешь там всех к чертовой матери. Ну. Знаешь, Флави, если бы ты предложил мне это раньше, может быть, я и согласился. Но теперь я пацифист, я нашел мир. Я могу есть траву днями напролет, могу вести умные разговоры со своими родителями. Давай, решайся. Не говоря о моем новом лучшем друге, братка. Это так мило, братка. Блин, да ты теперь скучный кусок дерьма. Очень жаль, ведь если ты не пойдешь в эту дыру, я убью твоих жирафа-родителей. Я люблю родителей, но не настолько же. Тогда я тогда убью всех в подземелье. Я не веду переговоров с цветками. Если ты не спустишь туда свою попку... Я убью братку! О, нет, братка! Нет! Так нельзя! Только не братку! Как я всегда тебе говорю, в этом мире убей или убей. А вот это действительно напряженный выбор. Братка! Ладно, я согласен. Абракадабра! Теперь, когда я взял этих тупней в заложники, давай найдем дыру. Сказала она, братка! Или сказал он, зависит от ситуации, хотя в наше время будет лучше говорить, сказала оно. Чисет! Два пола. Просто заткнись и следуй за мной. Не волнуйся, братка, я спасу тебя! А, ну вас тоже, мам и пап. Да. Именно. Пора твоей новой реальности. Да с ее мордой. Все заново. Убейся. Эй, у тебя тут что-то красное? Чё крас... О, господи! Похоже, ты сделал свое первое убийство. И что это было? А ну, изыди, злое существо! Да, Дори! Покойся с миром, Флави! А? А дука! Чё? Твою мать! Да, жалкий ходу. А что с неё с глазами? Господи, она прям... Впервые вижу у неё открытые глаза. Прямо на дуре скопытилась. Теперь я вывалю на тебя все правила.
Тяжелые правила. Правило номер один. Ты можешь использовать метод убийства только один раз. В это входит быть раздавленным правилами? Например, когда ты упал в дыру, ты приземлился на монстра и убил его. Воу-воу-воу, постой! А если я пырнул чела ножом, например этого? Я ему воткнул нож в голову, так? Верно. А если я пырну его в голову дважды? О, а если я сначала пырнул в ногу, а потом в голову, считается? Нет. Но это разные вещи. Ну, технически. А если я его пырну не так сильно, но он все равно умрет? Все равно считается. А если заюзать два ножа, это считается? Хватит! Слушай, давай просто я буду решать и говорить, где как. Как-то все очень замудрено. Прям next-gen гремлины какие-то. Правило номер два. Если монстр тебя убивает, кстати, да, получать $1 000 000, обнимашки от меня, а все остальные монстры в подземелье умирают. И это называется реалити-шоу? Гениально, да? А если я убью себя со скуки? Тогда я убью всех, включая братку. Братка? Только не братку. Окей, правило три. Я разрешаю тебе воскресить 5 твоих компаньонов. В смысле? Типа Санса? Ты как, другана рожи? Если бы твоя рожа была друганом, ты бы был реальным другана рожи. Окей, думаю, ты сойдешь. Кстати, у меня теперь куча крутых скелетных шуток. Мы с Папирусом ему придумали. Кто-то призвал меня? Ой-ой. Как назвать скелета без костей? Мешок! За что? Мы должны рассказать о шутку Андрея. Бедное дитя. Какую шутку? Бедное дитя. Господи, я смущаюсь. Я тебя даже не звал. Так, не говори, Альфис, не говори, Альфис. Стоп, я это сказал. Дебил. Очень вовремя. Я как раз закончила доить свою кошку. Это ж моя мертвая кошка. Но она вкус и цвет. Дори. Вкус и цвет. У меня что-то на лице? Правило номер 4. Если твой спутник умирает, в ход вступает правило номер 3. Я смогу призвать спутников, если кто-то умрет? Я стой, черт, там было номер, там был номер, там был правило 2, да. Правило 2. Ой-ой. Случится. Короче, умирают они, умираешь ты, окей? А если я умру, умрут все? 3, 2, 1, удачи, веселье, до свидос. Да, ну, жесткие правила. Ну, будем сначала головой. Мне нужно кошек подоить. О, Барри. Нет. Да. Кошмар начинается. О, да. Истинный кошмар. Геноцид. Блин, надеюсь, с браткой все норм. Чё за нафиг? Не понимаю, то, что я... Не бойся, дитя! Я буду твоим переводчиком! Отлично, я не знал, что ты знаешь Жужжальского. Что у меня с лицом? Я знаю Жужжальского, зато я знаю Манда Клюги Клигинский. Альфис тоже знает Манда Клюги Кляги Клёгинский. Да, я действительно знаю Манда Клюги Клягинский. Вы каждый раз говорили разные слова. Ну давайте, поговорите. И что он сказал? Сейчас скажу твоему переводчику. Пчел говорит, что у него уже давно не было отпуска прям вообще. И поэтому ему нужны деньги, чтобы поехать в отпуск и попить там... Боже, какая у него стала хлеповая рожа. А еще он пошутил, что мне все уши прожужжал, поняла? Согласно переводу, Альфис, пчел говорит, что хочет. Я слышал, Альфис, я просто не понимаю, что происходит. Я... Слушай, просто скажи пчелу, что я пацифист, хороший парень. Не, реально, что? То ли с лицом. Если он стоит у меня на пути, я буду вынужден его атаковать. Окей, это другая моделька. Я хочу добить пчелятину. Я этого не говорил. Он сказал, что? Ну попробуй. Он сказал, ну попробуй. Да пошло. Давай. Отвечаю, меня удар хватит еще до того, как все закончится. Да. Ты растоптал его? Отличная работа, дитя. Очень грязь. В стиле старых аниме. Я ставлю тебе 10 абракадабр из 10. Надо бы записать это в свой дневник. Ой, я уже. Да, как мне понравилось это убийство, дитя. У меня есть специальный подарок для тебя. Что это? Жирнющее хавло из Макдональдс? Я бы убил за него. Хотя я только что убил, так что если ты мне его дашь, то я за него и убил. Нет, даже лучше. Это твои родители. Я разочарован. И братка. Братка? Братка! Ты в порядке, братка? Я в порядке, братка. Цветок тебе не обижает, да? Не, братка, он норм, братка. Слава богу, братка. Я знаю, братка. Как-то крипово, что ты настолько... Больше братки. Любишь. Много братки. Братки много не бывает. На убийство следующего врага, дитя. И что, что ты сделаешь? Что ж, ну, я настолько далеко не продумывал, но... если ты не... Ну? Давай, по делу. Кепку. Ты монстр! Мне кажется, так он и так без кепки. Сильно разовываете. Заткнись, задрот. Счастливо, дитя. Надо было посильнее ударить. Он говорит, давай, сыкло. Вот как? Дитя говорит, вот как. Бас-бас-бас-бас. Он сказал, что братка тупица. Он сказал, братка тупица. Он назвал братка тупицей? Ну все. Ну все. Бас-бас. Убей его. А чего? Этот гигантский трамплин? Да забей. Поцелуй меня в очко! Он сказал, а, блять! Кстати, он сказал, а, нежданчик. Да, это вот было очень больно. Серьезно, перестань, раздражает.
Спасибо. Фрогет, фрогет. Целая толпа фрогетов. Надо разведать территорию. Чего ты сам с собой разговариваешь? Потому что я поехавший. Фрогет, 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 хуёгет, фрогет, фрогет, фрогет. Окей, взрывоопасных бочек поблизости нет, так что... Чёрт, Санс. Эти фрогеты... Вот это клипово было, а? Они видели некоторое дерьмо. Они видели смерть своих товарищей. Они видели все сезоны королевских гонок Рупола. Господи Иисусе. Не, чел, не Иисус. Бедные. А Рупол. Фроги. И чё мне делать? Мне нужно убить их всех за 10 Господи, минут. Господи, бедные фрогеты. Как зовут скелета, который настоящий друган? Санс. Да, Санс. Фроги. Следуй за мной. Добро пожаловать в мою утопию! Ого, да у тебя тут целый арсенал! Да не, команду содержать было бы дорого, да я футбол не люблю. Эй, Санс! Да, друг друганыч? Что бесполый ребенок сказал скелету? Потому что он не мог пойти на выпускной? Что? Нет, у меня была крутая фраза, а ты ее испортил. Друган. Жаль, отличная работа. Испоганили. Так нам пушки брать или... Ну да, пенек. Оу, oh, yeah. Ты готов? Сейчас, секунду, предвкушаю друган. Битву. У меня тут трусы эпичную в битву. Прям в самый шоколадный глаз вошли. Понимаешь, о чем я? Нет. Как будто салфетка там застряла. Погодь, это и была салфетка. О, это было Боже. Близко. Я остановил пулю своим лицом. Трогет. Даже у Роги так есть оружие. Что не так с моей жизнью? Ответный огонь! Ой, я попал в него, круто! Трогет! А теперь давай замочим и остальных. Постой, я могу использовать один метод один раз? Согласно моим подсчетам и пониманию, да. Тогда эти пушки бесполезны, мы не можем их использовать. Реально бесполезны. Да. Вот, блядь. Да хер с ним. Фрогел! Ой, ёбаный в рот, что у нас еще есть? Как насчет смерти с небес? Получайте! О, еда! Почему я... Вот вам! Вот вам! Нам больше нельзя поебать. Я знаю, но стрелять в ответ крайне весело. Вот вам! Да и имя у меня так себе. Да ладно. Фрогет! Так, постой. Военный фрогет. Пуля отрикошетит. Попадет в кран. Кран падает. Падает. Все цели уничтожены. Выполняю. Санс, найди укрытие! Нашел! Промазал, что ли? А нет. Сработало. Завершающая шутка. Не здесь. Сохраняй спокойствие. Не сдавайся. Выполняю. Как назвать скелета, который... Отвали! Ну и ладно, злюка. Пахнет, как моя мамка. Жмите, жмите на колокольчик снизу. YouTube почему-то не уведомляет подписчиков, когда мы выпускаем видео. Поэтому, если вы не хотите пропустить новые видео, жмякайте на колокольчик. И YouTube уведомит вас о каждом видео, которое мы выпускаем. Спасибо за просмотр и ставьте лайк под видео, если оно вам понравилось. Подписывайтесь, если хотите еще видосов. Жмите на колокольчик, увидимся. Новая часть будет. Ну что ж, ребят, в целом получились очень и очень смешные и годные анимации, конечно, да. Было неожиданно узнать, что все-таки у бесполого дитя действительно семья жирафов. Честно говоря, это вообще родилось из какой-то шутки, я, если честно, не помню, из какой шутки родилась вся эта канва с жирафами. Боже, сколько мне предстоит еще узнать. Уровень юмора все еще держится на очень высокой планке. Ситуации действительно классные, разнообразные и очень-очень ржачные. Поэтому Smash Beats Animations, а также Неадекват Рекордс, огромный респект и гигантский лайк. Это было очень круто. Конечно, да, начало геноцида уже радует. Серьезно, хочется продолжения. Все-таки, блин, так сказать, начали они на очень высокой ноте. И я надеюсь, что они закончат так же круто и ржачно. Ну что ж, а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Всем удачи и всем пока.